Внимание! Найден путь к голодному желудку через вкусное горячее питание. В Кировске открыто Тайбола, новое кафе в торговом центре 7 дней на втором этаже. Ежедневно с 9 до 9 для вас горячие завтраки, салаты, домашние пельмени и вареники, качественные безалкогольные напитки. Пройдя по этой дороге раз, мимо уже не пройдете. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды и я его ведущая Майя Захаренкова. В конце рабочей недели метеокартина не изменится, в регионе сохранится небольшой мороз. Обещают синоптики также слабый снег. Завтра днем в Кировске 5 градусов ниже 0, ночью столбик термометра опустится до минус 7. С утра будет дуть южный ветер со скоростью 4 метра в секунду, а к вечеру он изменит свое направление на западное и немного ослабнет. В Апатитах в пятницу на 1 градус теплее, а ветер чуть слабее до 2 метров в секунду. И здесь на протяжении всего дня будет идти слабый снег. На юге Кольского полуострова термометры покажут от минус 3 до минус 7 градусов. Здесь осадки тоже вероятны. Скорость ветра в Кандалакше не превысит 2 метров в секунду. Теплее всего завтра на севере области. Днем до 2 градусов ниже 0. При этом даст о себе знать юго-западный ветер. Его сила в порыве составит 10 метров в секунду. Осадки в Мурманске синоптики также прогнозируют в течение суток. И в завершение выпуска по традиции заглянем в народный календарь. 10 ноября отмечается День Святой Параскевы. Ее на Руси считали помощницей в женских делах и заботах. Называли покровительницей семьи и брака. Поэтому именно в этот день девушки старались показать свои умения женихам и будущим свекроям. А у меня на этом все. Желаю вам ясной погоды и отличного настроения.